Всем привет, друзья, мои подписчики. Сегодня для меня очень важный день, и я очень хочу разделить его с вами, чтобы вы порадовались вместе со мной. Сегодня конец октября, и я вношу последний транш 2,5 миллиона рублей за свою собственную квартиру, за свои 97 квадратов в отличном доме. Квартира обошлась мне 8 с копейками миллионов рублей, зарабатывал на нее 2,5 года. У меня получилось, я поставил себе цель. Я как бы молодец, наверное, и я, может быть, кого-то замотивирую. Все возможно, я это сделал, сможете и вы, купить собственную квартиру. Черт побери, все получается. Давайте действуйте вперед. Ну что, давайте на нее посмотрим вместе. Собственно, вот она, моя первая квартира. Я очень долго шел к этой цели, и я ее достиг. Я очень этому рад. Между кирпичных домов со мной что-то.